2008 год рождения. Это значит, спортсменам 11 лет. Возраст еще, казалось бы, детский, но в зале кипели взрослые страсти. Болели за своих, кричали на соперников. Поддерживали удачные атаки и аплодировали точным броскам. Первенство Краснодарского края по баскетболу собрало в Славянске на Кубани команды совсем юных игроков, но уже отлично знающих правила. Нарушения в баскетболе, как правило, называются по количеству секунд. К примеру, 5 секунд – это когда игрок при выполнении вбрасывания не расстается с мячом в течение 5 секунд. 8 секунд, когда команда, владеющая мячом в тыловой зоне, не вывела его вперед за это время. Есть еще 3 секунды, 24, есть аут и пробежка. Все это минус команде, плюс соперникам. По итогу соревнований места распределились так. 6-е место заняла команда Темрюкского района. Строчкой выше расположились спортсмены Усть-Лабинского района. На 4-м месте Кавказский район, далее тройка лидеров. Бронзу турнира завоевали сочинцы. Серебро отправилось в Анапу, а золотые медали у юных спортсменов Краснодара. Каждый из них увез домой не только награды, но и воспоминания о своем звездном или провальном матче. Мне запомнилась больше игра с Анапой, когда им вообще не повезло, у них пол команды не приехало. Мы им сожалеем очень сильно. Мне понравилась сегодняшняя игра с Услабинском, потому что играли в свое удовольствие просто. С Темрюком игра вчерашняя. Мы проиграли, к сожалению, 2 очка. Ну, говорят, что ошибка тренера, но я считаю, что тренер прекрасно тренирует, мы просто не собрались и проиграли. Мы усердно тренировались. Я по 2 тренировки в день тренировался. Отрабатывал комбинации, броски. И вот получили результат. 1-е место. Но, несмотря на бронзу в командном зачете, нашим землякам удалось отличиться в личном. Лучшим игроком краевого первенства признан сочинец Георгий Базаев.